Детектор Массера, всем привет. Сейчас иду в гости к одному хорошему мальчику, нашему соседу. Помните, я рассказывала, солнечный мальчик? Он не ходил, никого не поздравлял, ну, потому что он не говорит. Я решила понести ему чуть-чуть сладостей, компотик, варенье, шоколадки и домашние яйца. Пусть ребенок обрадуется. Пусть все дети вообще радуются жизни. Сейчас мама поможет. Калухой, ну что вы знали, что вага нахуй. Сахар, бежишь на фасхитерду. Маша, вам удалим, бабушка. Обязательно. Я вас. Идем в гости к Аслану. Порадуем его детишек. У него девочка старшая, младший мальчик. Вот этот солнечный золотой ребенок. Чёрдик ведутся. Добрый, добрый. Всегда улыбается. Не ходил, конечно, никому. Майф обал делать ребенки. Раз машина на месте, значит, я Виктор Зарин Фадович. Как дети? Послал Заулу. Заулу? Вау. Заулу. Ну что, как ты это нравится? Пока. Еще не подарок ваше. Алло, алло. Алло. Алло, алло. Алло, самая четыре. Ой, дюка. Выходи. Выходи. Посмотрите на него, ангелочек маленький. Махнешь обл дойл, халейн, халумели азел. Хожу? Вот такое тебе все, шоколадки. Только эти хошрить целостом вроде не разбила. Вот домашние. Компот варенья есть там такое? Вообще. Давай, Едаш, у тебя зеленого лука нету? Нет. А то вас собер, думала, взять, не взять. Пока, Оля. Хахажал, гайтал его. Пока. Это золотой ребенок. Обождите, мамуль, лей. Ой, да, бутсмахи. Ничего, главное, что начал. Аслани спортом занимается.
Марныш обалдалась, поехала умелее. Хоть и с опозданием. Ничего, к мальчику я пришла в гости сегодня. Все стесняются сниматься, хоть детишек сниму. Так что... Сейчас иду к бабушке Розе. Понесу тоже сладости к чаю. Сок. Вот сок забыла принести мальчику. Ну ничего. Еще раз скажу. Зеленый лук. Замороженная черемша. Многие спрашивали. Такая же бывает, как свежая. Очень вкусная. Вишневый компот. И варенье, по-моему, персиковое. Тоже из домашних персиков и домашних вишневых. Девочки, я пришла в гости. Поход номер 2. РТСЕ. Девочки. Кажется, будет дождик. Сейчас идем тоже недалеко. Вот эту пятиэтажку. Самое сложное будет подняться на 4-й этаж. Но придется. А то бабушка обидится, что я не зашла. Эта стройка пока стоит на месте. Сейчас покажу еще одну стройку. Ой, какие тучи. По всей улице сплошная родня. Вот небольшая новая стройка. Тут и участок маленький, и дом такой аккуратный. Видимо, одноэтажный пескловный домик решили построить. Вот тут живет Айса, двоюродный брат. Вот тут отец Шамиля. Шамиля там ближе к нам живет. И там выше по монтажной. И Неймаш, и другой Неймаш, и братья, и сестры, и все, в общем. Толпа родственников. Алхамдулилла. Барцарищица. Вот наш красивый РТС. Как-нибудь пойду, сниму вам, как делают мечеть. Строят, расширяют, что ли, не знаю. Набираем воздух в легкие и поднимаемся на 4-й этаж. Thank you.
Ой, надо мне спортом заниматься. Ужас, на четвертый этаж. А у нас распаковка, девочки. Снимать никого нельзя. Все стесняются. В общем, это шутка. Конечно, это не распаковка, а маленькие сувенирчики, сюрпризики. Все. Ты меня встречаешь? Мой миндюлотой. Ой, тут ты бег махал, махуми или висеньчик. Большонок. Мой миндюлотой. Хулиганчик, мамин. Мамин хулиганчик. Пальчик. Ахать мамин. Не узнала, извинюсь.
Mm-hmm.